Пар является рассеянной водой, и, пожалуй, в этом состоянии вода обладает самым высоким потенциалом. В парообразном состоянии вода превращается в механическую энергию. Тем не менее, уходит немало энергии на то, чтобы довести температуру воды до кипения и уж тем более довести ее до парообразного состояния. Это не так просто, как кажется. На то, чтобы вода перешла из жидкого состояния в парообразное, требуется в 7 раз больше энергии, чем затрачивается для ее кипячения. А для этого вам потребуется тепло, в данном случае тепло от дерева и угля, сжигаемого в котле под давлением. Эта энергия может быть во что-нибудь преобразована, включая и механическую энергию. Когда вода становится паром, а пар по плотности меньше, чем вода, то он расширяется, и его можно использовать в качестве энергии, как, например, в паровозе. Пар, газообразное состояние воды, обладает своими характерными особенностями. Когда он расширяется, то он занимает в 1600 раз больше места, чем вода в жидком состоянии, создавая тем самым механическую энергию, которая может быть очень продуктивной. На этом принципе и основана работа изобретения, которое навсегда изменило мир – парового двигателя. В этом паровозе все начинается с воды. Сейчас мы стоим наверху огромного U-образного водяного котла, вместимость которого около 8000 литров. Вода качается из водяного котла в бойлер, а тем временем готовится топливо – дерево или уголь. Разводим огонь и кипятим воду. Вода закипает, начинает испаряться, пар расширяется и начинает приводить в движение паровоз. Пар приводит в движение поршни, которые вращают колеса, до тех пор, пока вода не закончится. На начале своей эры в этих паровозах вода заканчивалась так же часто, как уголь или дерево. Каждые 50 километров расходуется 8000 литров воды. Так что приходится делать остановки каждые 50 километров и заправляться водой или деревом. Несмотря на всю свою мощь, пар невидим. А то, что выходит из клапана, ничто иное, как туман, мельчайшие капельки воды, которые образуются, когда пар охлаждается и осаждается в воздухе. Взгляните-ка на кипящий чайник. Там, где, кажется, ничего нет, на самом деле пар.